И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на Генезисе 2. И так как у нас, точнее у меня на карте все еще не появился Ноглин, дельфины я пока что не хочу томить, что-то прям прикольное, но пока не хочу томить, поэтому погнали по миссиям, почему бы и нет. Последняя миссия это был загон парацеров, следующий это звездный дельфин. Сломать защиту Рокула, чтобы вернуть контроль над репликационной системой корабля. О, я еще с первого раза прочитал, офигеть, как надо. Но приготовьтесь к ожесточенному сопротивлению супервируса. Природные ресурсы более долговечные, 4 максимум, приручённые существа не допускаются. Соответственно, старый добрый дробаш, заточенный палаш и погнали. Что нам еще? Ну, 204, я думаю, для гаммы-то точно хватит, а там уже будет видно, что, как, да где. В целом ничего не изменилось, я с последней миссии не заходил, поэтому рассказывать нечего. Ну, там единственное, что металл у меня переплавился. Да, к миссиям. The replication system is a high-value target, and Rockwell's got it well defended. Вот он, дельфинчики, походу, дело погазуем. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Я даже представить не могу, что делать. Это все гонки, окей. Пиу-пиу! Пиу! Пью-пью, мазафак, это что такое? А серьез ли? Воу! Эй, да ёб твою ж за ногу, да пошел ты! Да нифига себе! Там нельзя! Здесь надо! Факин, мазафакин! Ёб твою! Что, добавили 2 гранаты? Ну ладно. Самое главное, нельзя ни во что врезаться. Сверху хоть и нету потолка. Кстати, это тупость. Сверху нету потолка, но он есть. Ну и черт побери, что нужно делать. Пока что это самая тупая миссия в плане начала. В смысле далеко от терминала? Ты что, офигела что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Я пока что не знаю, что, когда, где. Кстати, на фон поставил музыку из Генезиса 2, то есть саундтреки из Генезиса 2. Не знаю, тихо или громко будет, но посмотрим. Ну? А, мы еще не стартуем. Отлично. Да ёб твою ж... Так, я понял. Нужно... Пауэрап! Ты серьезно? Пиу-пиу, мазафака! Да какого фига? Я даже... В бок-то не жал, чтоб ты... Нати! Пиу-пиу-пиу-пиу. Я понял, что нужно набить счет. Пока что давай будем пробовать вот так вот. Короче, лево-право вообще лучше не жать. Пиу-пиу-пиу, мазафака! Ай-яй-яй-яй-яй. What the fuck? В смысле я вниз лечу? Какого фига? Ой, еще 10 тысяч нужно теперь.
Вы нифига себе. Пиу-пиу-пиу, мазафака, давай! А, пача! Да нет! Так, уже легче, уже лучше. Давай, 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 поворачивайся. Ай, ёп, твой ж за ногу. Ну, 10 000. А, все равно нужно долететь. Короче, я понял, нужно долететь до конца. И при этом набить обязательно количество очков. А можно мне как-то моего дельфинчика похилять? Ну, пока что клево. Да я надеюсь, не все 37 минут я буду лететь. Чу-чу-чу-чу. Извините, я не знаю, что произошло. Ну, что, понятно. Sorry, I don't know what just happened there. Ой. Короче, лево на кнопке, короче, лучше вообще лево-право не жать. А то он там начинает бешено. Вау, вау. What the fuck? Да в смысле? Кто же знал? Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Я не знаю, зачем я еще счет набиваю. Все будет так. На тебе. Бау! Да, мне я понял, мне дают гранаты. Да ёб твою ж за ногу, да нет! Ну нет же! Когда будет конец? Пиу-пиу-пиу! О-о-о! Не ожидал, что посетим положено космического кита, но разве не приятно использовать охотного кита? Ага! Так, погоди. А, ну это мой счет, это количество моего ХП, это фаза, это сколько хитов я в целом бил. То есть это у меня в целом образовалось снова. Пиу-пиу-пиу, мазафака! Так, погоди! Факин! Не-не-не-не-не-не-не! На тебе, на тебе! Парящий скиф? Слышь! Скиф парящий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так. Ага. Дамаж. Дамаж. Они типа на него щит накидывают, да, по ходу дела? Вот я тлошары, их наоборот надо убить, а этого защитить. Все, я понял. Я не тупой. Вроде бы пока что. Подожди. Подожди, это не точно. На тебе. Как это как было? Ой. Так, гранатки, короче, нужно оставлять вот отсюда. Это без вариантов, это я понял. Так, ну дельфинчик у меня... Хоть и продамажный, но... Астероид, мать твою, за ногу! Был. Слышь, я тебя сейчас устрою китобой. Не, ну подожди, ну... Вот значок защита. Щит! Ну, это значок щита. Это было логично. Давай сделаем погромче. Музычку. А то мне кажется, что она тихая. Это было очень даже логично. Зеленый типа не трогай, красный атакуй. Очень даже логично. Почему я сразу не додумался? Ну, наверное, потому что Астроцетус сначала появился. А потом уже это... Появились скифы, которых нужно было убивать. Давай сначала вот этого добьем. Замочил. Не трогай кита. Хилочка, хилочка, ну хилочка же ж. О.
О, это я похилялся. Кайф. Так. Ага. А, вот, теперь вторая фаза. Я понял. Ну вот на большом пространстве уже можно юзать это лево-право. Пиу-пиу-пиу. Ай-яй-яй. Пиздюки, да? Нет. Трожь. Ах вы. Не опасно идет на нас, опасность идет на нас. Ну, если по уму говорить. Опа! А нет, не хапнул. Ну, это прям жестко. Ой-ой-ой. Просто это, понимаешь, это еще вторая только фаза. Будет и дальше больше, дальше хуже. Слышь? Не трожь кита. Заставляет меня метиться. Приготовься, они идут. Ах ты ж козёл. Еще один скиф. А, ну это уже четвертая фаза. Кайф. Кайф. Так, ладно, сосредоточим огонь на одном. А что самое главное, я научился немножечко лучше поворачивать. Если поворачиваешь в бок, ну то есть крутишь и в два раза, ну то есть два раза влево, он как-то быстрее разворачивается, то есть делает некий дрифт, не дрифт, как-то объяснить, черт его знает, а пошел ты, летит он ко мне. Не трожь кита, козлина. Так, у меня вопрос, а могу ли я остановиться в целом? Я что-то об этом-то и не задумывался, но могу ли я остановиться в целом? Но я могу притормозить, это уже хорошо. А тем временем у кашалота осталось хп очень мало. Граната у меня нету. Все ухиляется. Да, гамму это, конечно, прям нужно проходить, чтобы понять, как работает механика, что вообще нужно делать в этой миссии и так далее. Это прям очень нужно. Да, кашалота замочили. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что поделаешь? Что поделаешь? Ай. Не, в целом... В целом, конечно, да. Понятно, что как где не тратим гранаты, особенно поначалу. То есть самое главное набить счет определенное число.
И гранаты уже использовать в конце. А что самое главное, я научился хотя бы немножко туда-сюда управлять вот этим дельфинчиком, что как где делать. Тоже хорошо. Ладно. Ну и что вы думаете? Четвертая фаза. До этого появлялся только один скиф. Забагался и появился только один скиф. И это вообще прям был норм. Опс. Бомбочек я сохранил так нормально. Как вы видите. Ну и в целом уже приноровился. Что как где полетать уже нормально могу. Да ладно, не добил. Отлично. Так. Кстати, расстояние примерно на 400 бьет. Ну, 400 метров дальность. А так, конечно, тоже прикольно. Но не так удобно. Так, ну скифов я мочканул. Не-н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 е. Отлично. Сейчас, возможно, вот этих всех дронов надо мочкануть. А! Это был хвост. Уху! Оу! Это было неожиданно. Так, понятно, отстреливаем ему щиты. Ну, здесь просто нужно немножко умение управляться. Так, ага, вот слева мы видим его ХП. Ой, простите. Поврежденный главный контроллер. Видите, что тут написано? Рокко, это же. Ай, черт побери. Могли просто полдня делать. Нет, они сделали пол. Ай, господи, прости. Воу, вы чё, вас так много-то? Кстати, бомбочки, они собираются по карте. То есть не просто что-то где-то как-то, да, там, а они именно что... Воу, what the fuck? Они именно собираются по карте. То есть в этом плане тут уже все зависит от того, как ты соберешь много или мало бомбочек. Ну, вот что я сейчас делаю, это кручусь в бок. То есть постоянно лево-лево-лево-лево-лево жму. Ну или там, или право-право-право, там не важно, то есть. И тем самым текаю от него. Он еще получается как бы немножечко назад откидывается. О, добрый вечер. А это что там у меня стоят? А, ты тут еще и пушки стоят? Ну нифига себе, ты серьезно? Ну нет, на тебя вофигу, давай уж лучше вот это вот и добьем. Никогда не сдавайся, выживший. Ну, у меня еще хпшки дофига у моего дельфиндоса. Плюс здесь еще хилки есть на локации, так что вообще изи-бризи. Ой, он иногда и может назад, что ли, что-то драпануть. Пиу-пиу-пиу-пиу. Ну, я просто захотел дронов замочить. Пиу-пиу-пиу, мазафака! Ваш счет, тайм-бонус, хелс-бонус,
63610. Я не знаю, что это дает. Но мне это однозначно нравится. Ну, было жестко. Было жестко. Так, штанцы, кабель, хеликоптерий и меховой нагрудник. Ну, допустим. Допустим. Слушай, ну было жестко. Дробовик не пригодился. Даже на гамму. Но было жестко, напряженно и долго. Эта миссия, ну, длится, наверное, от 15 минут. И вот правая рука у меня прям аж подзатекла чутка от напряженности. Это, конечно, да. И это учитывая, что у меня на мышке есть кнопка, которая делает... То есть ты вот ее нажимаешь, и вот она делает клик-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 клик. Ну, просто у нее, у этой мышки функционал такой свеновская. У нее вот делает вот так клик-клик-клик-клик-клик. А прикинь, мне бы... Вот так пришлось бы жать. Да. Чутка жопка. Ладно, погнали в бэтку. Ну, а вам, соответственно, покажу уже конечный результат. Если он будет. Стоит учитывать. Ну, будет, не будет, я покажу в любом случае. Не, я рассчитываю, конечно, пройти и бетку, и альфу. Ну, хотя бы бетку. А там видно будет. Кстати, решил проверить, что будет, если зажать кнопку, то у нас получается некое автонаведение. То есть, во-первых, это сгусток летит, а во-вторых, он немножечко наводится на цель. Это, к слову, о том, что нужно кликать как сумасшедший. Не обязательно. А ёб твою ж за ногу. Единственное, что да, цель так найти немножко сложнее. Ну и по мелким лучше, конечно, прокликать. То есть, появляется какая-то область, ты на нее наводишь, и вот она, оп, полетела. Очень удобно. И он, кстати, бьет по области. Ну и урон больше, соответственно. То есть всякую такую мелочевку убивать намного лучше в этом плане. А! Факин за факин. Вот, кстати, бомбочки. Ну, это если вдруг... Ядрить его, растудить, нифига себе, я тут поналетел. Если вы не знали и никогда не горцевали на дельфинчике, как я. Прикольно. Бэткон. Сложно. Я уже огребался пару раз. Дельфинчик чуть не сдох. Но тайм-бонус, по ходу дела, все-таки больше. И хелс-бонус. 75860 очков. Уже получше. Так. Что нам дали по призам? Ну, конечно, скошенная деревянная стена, это прям вообще окунь две штуки. Прям супер. Кислородный баллон. Из чего ты делаешься? А, ну хотя какая разница? Например, я же это говно все переработать не смогу. Единственное, что смогу переработать, это вот. Призы не очень, сразу говорю. При любом раскладе. Не знаю, что дадут за альфа. Но призы пока что очень не очень. Ну что, попробуем. Явно с первого раза я не пройду. Но попробуем. Пройти альфу. Погнали. Хотите прикол? У меня миссия провалилась. Помните же первый спуск вниз? То есть ты летишь по прямой, и потом хоп, первый спуск вниз в шахту, короче. Она не открылась, потому что я не набрал нужное количество очков. Ну, теперь мы знаем, для чего нужно набирать количество очков. Если ты не набираешь ее,
Ты шлюз не открывается, и ты врезаешься. Черт побери, я даже за этим не уследил. Я настолько привык, что оно все набирается так изично, что я просто не уследил за количеством очков и летел, набивал все как раньше. А сейчас надо 14 тысяч за первую набивать. Да уж. Давай попробую показать, что бывает. Я прямо уверен, что я сейчас опять не соберу ничего. Я покажу, что бывает, когда не набираешь нужное количество очков. Ну блин, черт побери, это было неожиданно. Ой, мое. Да, и я здесь очень что-то стал врезаться во все. Да, я по ходу дела сейчас просто сдохну того, что я наврезаюсь. Мне вроде хилку подобрал. Я опять теряю прицел. Ё-моё. И вот то самое место. И... бам! Просто. И все. И я разбиваюсь. Я просто не успеваю все это дело. У меня именно с этим... Я думал, что-то будет сложнее. Место какое-то. Не. У меня проблема с набором очков для пропуска. Всего лишь навсего. Давай сконцентрировать нажму. Ну, попробуем. Еще несколько раз. Не. Не получается. Не получается у меня что-то все это дело пройти. Ну ладно, что, бетка так бетка. Что-то с этой миссией, конечно, мне прям не прет. Притомлю дельфинчика, а там уже посмотрим, получится, не получится. И что, то есть, как бы, ну, может, попрактикуюсь, может, лучше. Моя проблема, я теряю прицел. Я реально теряю прицел просто вот в этой куче месива. Я начинаю терять прицел, и из-за этого я начинаю лететь не туда, стрелять не туда и так далее. То есть, это моя основная проблема. Может, я уже просто устал. Это тоже так не кисло дает прям. Уже рука прям чувствуется, что она деревянная. Я все-таки не PvP-шер, и у меня руки под это не заточены, то есть под постоянное напряжение и так далее. То есть здесь нужно постоянно сосредотачиваться. Ну, увы, увы. Но опять-таки же, что, бетку прошел, это я вообще даже удивлен. Увеличение емкости ресурсов, то есть теперь у меня ресурсы дольше добываются. Тоже прикольно. Ну, мне это ни к чему, но в целом прикольно. Чтобы в следующий раз, прикол, чтобы в следующий раз буду там иметь дельфина или проходить миссию, я не знаю. Из ставлений, как я уже сказал, у меня остался дельфин и ноглин. Для ноглина мне, по ходу дела, придется перезапускать всех диносов. Для дельфина, ну, может, какого-нибудь я и притомлю, неважно какого левела, по сути, мне не важно какого левела. Надо посмотреть вообще, как там томиться и так далее. Ну, это как-нибудь. Тело 10-20 минут, то есть как посмотреть 1-2-3 видоса мимолетом и самому уже разобраться, как что это, как этим заниматься. Поэтому, возможно, следующая будет миссия, потом уже будет дефинчик. Посмотрим, что, когда я. Ну а на сегодня уже, как говорится, все. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. Это все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.